После синтоза вечером по плану у нас было посещение шоу на супердеревьях и лазерное шоу. Перед этим мы решили зайти на фудкорт поужинать. Ну, ужин стоит примерно так же, что-то около 25-26 сингапурских долларов. Ну, вот мясо тут разное, лапша. Ну, в общем, нормально, горячее. На сковородке сосиски. А вот еще раз видно. И рис. Это уже другой ресторан. Там не только фудкорт есть, но и рестораны. Шоу на супердеревьях длится 15 минут и идет в 7.45 и в 8.45. Вы увидите только часть шоу.
Вот опять мы на площадке у залива Марина Бэй, где проводится лазерное шоу. Прождав полчаса, шоу так и не началось. Возможно, это связано с коронавирусом. Дополнительные входы в здание Марина Бэй перекрыты. Открыты только главные входы, везде стоят тепловизоры. Ну вот перед вами расписание, когда проводится шоу. А мы идем в отель.